утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Разбегусь! Да как вцеплюсь этому дракону прямо в ногу! Ой. Да-да, он ревет, он пытается меня стряхнуть, но я-то ни в какую. Уж так вцепился, можно сказать, мертвой хваткой. Ну а потом, как укушу его! Ой! Да-да-да-да, все так и было! Ну, тут он взял и упал, и взмолился. О, Коксик, великий храбрец, пощади меня, отпусти! Я больше никогда... хулиганить не буду. И ты отпустил? Ну, конечно. А что мне с драконом-то делать? Не домой же его тащить, вот я и отпустил. И еще пригрозил напоследок. Мол, еще раз увижу, тебе не поздоровится. Вот это да. Ой, а дракон был огромный. Размером, ну вот, с наш дом. И еще... огнедышащий! Вот лапы во! Зубище во! Ой, ой, как страшно! Я бы точно испугалась! Так кто ты? А я как вцеплюсь в него, да как укушу, да еще и мяукну так грозно. Мяу! Ну вот он и сдался. Коксик, какой ты храбрый! Храбрость, Шунечка, это такая штука. Она или есть, или ее нет. Эх, а вот у меня совсем нет храбрости. И дракона я победить не смогу. Да ладно, Шунь, не расстраивайся. Не все ж быть такими, как я. Таких, как я, раз-два и обчелся. Ой! Ты что? Да как-то холодно стало. Наверное, сквозняк. Наверное. Ой! Коксик, ты куда? Зачем ты под диван полез? Вылезай! Да я это... у меня тут одна важная вещь потерялась. Я ее здесь ищу. Потом найдешь. Сейчас гроза начнется. Вылезай, Коксик, а то мне тут ни одной страшно. Вот найду и вылезу. Мне не могу же я разорваться-то. Коксик, Шуня, гроза надвигается. Помогите мне принести со двора белье, чтоб оно не намокло. Коксик, вылезай скорее. Еноточ просит белье снять. Надо успеть, пока дождь не пошел. Нет, я сейчас не могу. У меня очень-очень я занят. Мне срочно надо кое-что найти здесь, вот под диваном. Ну, Коксик, ну вылезай. Нет, ты что, Шунь, ты на улицу посмотри. Пойдем, Коксик, ты же такой храбрый. Ты огромного дракона победил. Ну пойдем, ну пожалуйста. Я ж сказал, у меня здесь важное дело. Обязательно надо найти потерянную вещь. Эх, ну тогда я одна пойду. Иди, Шунь, иди. Я, если успею, во двор прибегу и тебе помогу. Но надо же... что придумала-то, а? На улицу в такую непогоду идти, темно, страшно, гром этот и молния. Ой, надо бы спрятаться куда-нибудь понадежнее. Ой, что это? Ой, кто это? Спасите! Я боюсь! Кого спасать надо? Кому помогать? Ой, так сядь, ой, так вот. Ой. А где эти двое? Ну, такие белые и страшные. Еноточ, а? Ты их прогнал? Ой, спасибо. Еноточ, а кого ты прогнал? Да ты, Коксик, видать, простыней да наволочек испугался. Простыней? Наволочек? Ну, это бывает, ладно, да это не страшно. Ну, нет, тебе не страшно, а мне страшно. Страшно стыдно. Да? А чего это тебе стыдно-то? Стыдно, что я хвастался, будто я храбрый.
А на самом деле струсил и обыкновенных вон наволочек испугался. Наволочек испугался. И дракона никакого не было. Да? И грозы я на самом деле ужасно боюсь. Только мне в этом стыдно было признаться. А вот и нет, дорогой мой Коксик. Ты, я скажу, настоящий храбрец. Кто храбрец? Коксик храбрец? Ну ты и скажешь, енотыч. Шутишь, да? И вовсе не шучу. Самая большая храбрость – это признаться в том, что ты струсил. Правда? Ну, конечно. Настоящий храбрец не тот, кто ничего не боится. Да? А кто же настоящий храбрец? Тот, кто умеет побороть свой страх. Так значит, это Шуня. Она ведь грозы боялась и все равно пошла белье снимать. Да что вы, Коксик, енотыч! Да какой я храбрец! Самый настоящий, Шунь. Нет, но правда, ты такая смелая. Не то, что я, но я исправлюсь и обязательно стану храбрым, честное слово. Да? Да. Ну что ж, вот и хорошо. Да. Ну а теперь давайте попрощаемся с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До завтра. Всего доброго, друзья. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.